Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня будет просто бомбическое видео. И почему, как только я начинаю записывать, сразу сильный поднимается ветер? Связано это с мистикой или просто совпадение? Как вы думаете, пишите в комментариях, ребята. Ну а сегодня я заказала на сайте Darknet Happy Meal сирена головы. Ребята, это чумачедшая просто идея, которая мне пришла в голову, все-таки осуществить покупку дорогущего Happy Meal. Кстати, он там называется не Happy Meal, а Hell Meal, что означает адская еда или как-то так. И там очень много разных монстров можно заказать. То есть это будет сегодня сирена головы. Ну а если вы хотите, чтобы я еще какой-нибудь такой Happy Meal на сайте Darknet заказала, например, там картон кэта или какого-то другого монстра, то прямо сейчас пишите в комментариях имя этого монстра, и я посмотрю. Если он будет на сайте Darknet, то обязательно мы закажем. Итак, ребята, с минуты на минуту курьер должен скинуть мне сообщение, то что... Сейчас я проверю. То, что он принес этот Макдональдс Happy Meal, вот, потому что они в личные руки не отдают, потому что, ну, видимо, это опасно. Они, короче говоря, скидывают его как-то, не знаю, может, на парашюте, может, еще как-то. В общем, я им обозначила зону нашего леса, то есть отмечена она была, и чтобы они где-то там оставили эту самую адскую еду Happy Meal сиреноголового. Ребята, ну все, так... Вот и смс-ка. Доставлена наша посылка, ребята. И я еще раз вас прошу, ставим лайк, подписываемся на канал. Больше лайков, чаще видео, а мы пойдем искать посылку. Итак, ребята, как вы думаете, что могли положить в Happy Meal сиреноголового? Что можно там вообще, какие у вас мысли идут в голову, что могли бы туда положить? У нас, кстати, зона поиска этой посылки не очень большая. Она ограничивается примерно от точки до точки и где-то, наверное, в середине здесь. Ты что там завис? Меня снимает мой оператор Дима, который постоянно молчит и зависает почему-то где-то далеко. Так, короче, он мне будет помогать искать. Дим, вообще, как думаешь, что там могут положить такого интересного в эту адскую еду? Ну, я думаю, стандартный набор от Макдональдса. Лаки не взяли с собой, ребята. Со мной всегда снимается моя собака Лаки, мы забыли ее... с собой взять. Она теперь плачет, хочет с нами. Да. О, офигеть! Смотри, какие грибища выросли. Вот это грибище, да? Это не странное место наше. Странные какие-то грибища, мухоморища. Так, так, так. Где-то здесь. Все, ребят. Ребята, я нашла наш Happy Meal. Hell Meal сиреноголовый. И прямо сейчас мы отправляемся на распаковочку. Вернемся. Итак, ребята, мы нашли наш Hell Meal, Happy Meal, сиреноголовый. Смотрите, какая прикольная коробочка. Тут прямо сиреноголовый на заставке, капли какой-то крови. С другой стороны, что? То же самое. Но она такая, как обычная коробочка Макдональдса, прям практически молодцы они. И смотри, сиреноголовый прям, знак Макдональдса, молодцы, подготовились. И надписи вообще такие жуткие, типа с кровоподтеками какими-то. Так, ну что, ребята, не будем тянуть, не забывайте лайкосики ставить. Я, кстати, Лаки выпустила, Лаки. Вот она, моя Лаки. Теперь она со мной будет на распаковке Happy Meal сиреноголового, да, Лаки? Но пробовать, я надеюсь, ты ничего не будешь. Нельзя, 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 жарко. Все, иди. Ладно, давайте открывать. О, жуть, 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 жуть. Самое главное, что когда вот открываем, мало ли что там могут положить, может, я там откроешь, взорвется что-нибудь. Так что лучше вот на расстоянии вытянутых рук это делать, потому что мало ли что может там это фигникой. Так, 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 так. Сейчас понюхаю. А, запах, конечно, отвратительный. Они, походу, еще напшикали какой-то там тухлятины. Знаете, есть такие нормальные, нормальная туалетная вода, а есть вот тухлятины. Вот именно тухлятины. О, жесть, черт, что тут только нет. А, ну, начнем с игрушки. Обязательно в Happy Meal в любом должна быть игрушка. И Happy Meal сиреноголовый не
Исключение, ребята, смотрите, просто жесть. Что, реально сиреноголового? Это игрушка сиреноголового. Очуметь, смотрите. Жесть, просто. Похоже так реально. Очуметь. Но он, кстати, ничем не пахнет. Это чисто чел такой пластилином сделанный. Нет, может, он заговорен кем-нибудь, я не знаю. Типа кукла Вуду на сиреноголового. Кстати, отличная идея, ребят. Если вы хотите, чтобы мы сделали куклу Вуду на сиреноголового, то пишите в комментариях. Прикольная, да, игрушка? Да, вообще. Короче, ну вообще существует как бы легенда, типа, если поесть еду вот этого Хэппи Мила сиреноголового... Лаки залезла в бассейн и купается. Лаки, иди ко мне. Жирка. Очуметь. Надо, кстати, на Pets канал снять. У меня есть канал. Sweet Pets называется. Канал моих питомцев. Надо туда снять. Будет, как Лаки купается в человеческом бассейне. Это вообще приколюшка. Так что вот так. Короче, ладно, игрушка, игрушка. Короче, говорят, если поесть эту еду с этого Хэппи Мила, то типа сиреноголовый придет. Давайте дальше посмотрим, что тут с едой у нас сейчас. Картошка фри. Так, сейчас. О. Так, вот, ребята, картошечка фри. Обычная картошечка фри, ничего такого особенного как бы нет. Может быть, что-то там внутри. Сейчас попробуем высыпать. А черт, блин! Что за фигня что там? Да фиг знает, какая-то... Какой-то ща, погоди. А, жесть! Какой-то пакетик. Что это за пакет? Какой-то пакетик с травкой. Блин, прикинь, это какая-нибудь запрещенная травка. Я, правда, не знаю, как она различается или что. Блин, нафиг они мне травку-то сюда положили. Очуметь. Кажется, кстати, что она и воняет. А, точно, она и воняет. Слушай, а может быть это вовсе не трава, похоже на землю. Может это нафиг прах сиреноголового. Они же не подписывают, блин, что там, ну похоже так воняет, похоже на прах сиреноголового. Давай-ка я уберу его обратно. Кстати говоря, этот прах может помочь сделать куклу Вуду на сиреноголового, если прям вовнутрь куклы добавить, положить прах, да. Очуметь. Ну, мне кажется, реально это, ну, смысл землю класть какую-то, мне кажется, это что-то типа это. Что-то типа прах. Ладно, давай дальше посмотрим, что там. Смотри. Тут колба. Это что, кровь? Офигеть, похоже, да, похоже на кровь. Это слушай, они, да, они прислали, короче, прах и эту кровь сиреноголового. Очуметь, реально похоже это прям. Дай посмотреть. Такая запекшаяся кровь. Очуметь просто. Она реально кровь какая-то, знаешь, венозная. Она темнее, чем обычная такая кровь, когда вот палец там порежешь. Она темнее, прям как будто из, ну, как бы из него прям выкачали. Ну, вообще. Зачем нам кровь она положила? Такая. Ну, фиг знает, может, тоже можно какие-то привороты, может, можно какое-то зелье сделать. Может быть, это вообще какая-то крутая вещь. Ну, можно поэкспериментировать, там, попробовать, сделать какое-то зелье. На короче, превращение. Надо попробовать взять, мне кажется, куклу Вуду добавить. Ну а что бешеных денег стоит этот Хэппи Мил, блин? Считаю, и такие ингредиенты, которые можно реально использовать клево, круто. Прямо офигеть. А можно открыть? Давай откроем. Блин. Блин, запечатано прям. Блин, вообще. Ну, затреснуло. Так, офигеть. Сейчас, погоди. Чувак, это точно кровь. Воняет, знаешь, протухшим мясом. Когда вот мясо протухает, лежит там, размораживает. Черт, надо закрыть, блин, быстрее. А, нафиг. Короче, стопудово это кровь сиреноголового. Больше вообще ничего не может быть. Ну, типа, в Хэппи Мила сиреноголового чья еще кровь может быть? Как бы, это логично. Так, что там еще? Короче, остался бургер. И я, если честно, прямо боюсь его брать, потому что он что-то какой-то потекший. Подожди, давай так. Попробуем бургер. Он там потек. Так, попробовать надо начать с картошки хотя бы, картошку попробовать, чтобы сиреноголовым проверить хотя бы, якобы придет он или нет. Короче, можно попробовать картошку, хоть в ней был картошка вместе с прахом сиреноголового. Кстати, вы знаете, что такое прах? Это когда сиреноголового там сожгли, и после него вот эти вот остались вот угли и трава, вот это прах называется. Ну ничего, вроде так, картошка. На вкус вроде такая обычная, только старая. Куда ты? Хоть один из нас жив останется.
мало ли что будет, вдруг она отравлена. Если что, откачай. Сейчас мы с тобой вдвоем нажрёмся, свалимся здесь, блин, и кто на меня повезет в больницу? Да нет, вроде она нормальная. Угу, вроде. Мало ли что, нет, не надо. Короче, все. Гадость редкостная, как будто есть 100 лет этой картошки. Так, ну что, будем бургеры открывать. Так, давай доставай. Собраться мне, собраться. Офигеть, мне куклу больше всего понравилось вот это вот. Слушай, а может реально это сделано для обряда, чтобы оживить, может быть, вот эту игрушку? Нужно вот это вот все, а не есть? Попробовать прах внутрь положить и сверху капнуть, посыпать каплю крови? Там, да, типа что-нибудь такого. Ну, короче, ребят, если вы хотите, чтобы мы попробовали это сделать, то обязательно напишите в комментариях и поставьте лайкосик. Больше лайкосиков, быстрее выйдет это видео. Так, ладно, все, достаем бургер. Жесть, он вот какой-то, он, видишь, он какой-то потекший, запеченная просто кровь там все внутри бумажки. Это что-то ненормальное. Просто жесть. Такое ощущение, что он сделал бургер, там, я не знаю, может, он из сырого мяса вообще, может, это мясо течет, поэтому так и воняет. Давай. И картошка старая, этому, наверное, Хэппи Милу лет 50, наверное. Он уже весь протух и скуежился. Ой, черт, что за фигня? Смотри, тут все запеклось на булке. Отврат. Это просто отврат. Это просто трэш. Смотрите. Жесть. Это прям реально кровь. Так подумать, что это кетчуп. Это кровь. Реально кровь на гамбургере. И что, ты хочешь сказать, что мне это и пробовать есть? Вот, видишь? Вот это кетчуп, и то он какой-то странный. Смотри, тут что-то какая-то шняга прям. Ну это ладно, огурец, фу, противно, как невозможно. Ва! Погоди. Нет, это вот это должно быть кетчуп. Сейчас я попробую на язык. Сейчас. Да. Хоть и противно, да, но это кетчуп. Но вот это стопудово не кетчуп. Это что-то налито, блин, какая-то как кровь. Смотри, даже сыр уже весь какой-то заветренный. Реально, просто старый. У них там лежат на складах, наверное, эти Хэппи Милы. А с этой стороны нормально. Погоди. Котлета какая-то. О, жесть, смотри! Это просто жесть, это просто трэш. Офигеть, это чё? Это какая-то протушая котлетина. А, фу! Это реально какая-то протушая котлетина, которая сырая, недожаренная. И мясо, вот эта вот кровь, она сыр, она реально сырая котлета. Черт, она вся какая-то. Лаки, понюхай, лаки, она лаки. Будет? Она что-то, она близ... хочет. Ты хочешь котлету? Даже собака не... Может быть, Лаки попробует? Прикинь, а Лаки. Если она превратит? В сиреноголового. Лаки, хочешь попробовать? Лаки, хочешь? Лаки, хочешь? Хочешь? Ну, нет, я так рисковать не буду. Я сама... Лаки, это просто... Это бяка, Лаки. Это нельзя. Это вообще нельзя. Вот картошку можно. На картошку. Все, иди. Короче, я гамбургер, наверное, не буду. Но я тут чуть-чуть попробовала. Вот тут прям краешек куснул. Вот тут вот краешек, где чисто. Вот. И булка старая. Короче, ребята, это просто... Просто какая-то... Слышишь? Сирена. Сирена. Ты пробовала? Очуметь. Мы все попробуем. Блин, Лаки. Лаки, главное, чтобы она не съела. Это ничего, Лаки, с ума сошла. Лаки, нет. Блин, все, нафиг надо. Сирену, слышишь? Блин, что, сиреноголовый, что ли, пришел? Нафиг все обратно туда. Нафиг. Так, это все оставлю. Главное, чтобы не выбросить. Так, ну-ка, пошли. Черт. Она сильнее. Да, Лаки, ты слышишь? Лаки, слышишь? Это сиреноголовый. Чувак, это сиреноголовый. Он там из леса, где мы забрали. Забрали звук. Очуметь, слушай. Реально, если он сейчас придет, нас просто зароет нафиг. Смотри, Лаки помчалась. Он точно в лесу. Черт! Это он! Черт, это сиреноголовый, бежим! Блин, ребята, короче, сиреноголовый идет сюда. Это просто чума нафиг. Короче, я сейчас выбрасываю эту игрушку. Блин, у меня и хочется еще, блин, что-то сделать, как избавиться от него. В общем, ладно, ребята, я не знаю, мы сейчас что-нибудь будем придумывать. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до новых встреч в новых мистических видео. Пока!